чтобы потом после нас продолжить это дело. Ну, если будут инструменты, они... Готовишь, раскладываешь. Да. Это уже в термоса сразу раскладка идет. И разводишь. И разводим. Да. УАЗик сейчас только уехал, он сейчас вернется. На встречу нам попал. Да, серый? Да. Мирным жителям, среди них и пожилые, и одинокие люди, волонтеры готовят так называемую солдатскую кашу – гречку с мясом. Кстати, как нам сообщил Рустам Гатин, он выехал из зоны СВО. В отпуске он пробудет несколько дней.